Всем привет, ребят. Ну что, все-таки к нам идет обнова, и в принципе где-то, возможно, я и рад такой обнове. У нас будет дальнейшая прокачка, скорее всего, здания. У нас появились новые картинки. Выкинули опять пост. Сейчас постараюсь вам их показать. Так, изображение. Открыть. В общем, показали башенки и ратушу. Ну, я думаю, если это показали, то дальше в дальнейшем нас тоже ждет и другие улучшения. Вот так вот. Так, как это вам его сделать? Так, изображение. Не то немножко добавил. А, вот он. В общем, что нас ожидает? Сейчас я разверну так, чтобы вам побольше было видно. Это первая картинка. Как видите, она у меня ползает какого-то фига. В общем, в чем суть? У нас есть уже улучшение, скорее всего, стрелковых башен и магических. Посмотрим, насколько плюс 10 левелов, плюс 20, однозначно это радует, потому что будет намного теперь. Ну, хотя, в принципе, с другой стороны, я думаю, что немного, мне намного сложнее будет пройти Минотавром, потому что Минотавром можно прокачать 9-й пакт, поставить, ну, панчбокса поставить, это не вариант. Поставить ему нормальные рунки, плюс бафы. Я вам показывал, что без бафов он выносит полностью все, поэтому я не думаю, что это повлияет сильно. Возможно, они там сделают, там, не знаю, мега 50 левел, там будет 1 миллион жизней. Вот. Посмотрим. В общем, первая картинка вот такая вот. Сейчас я секунду ее остановлю. Вот так вот, чтобы у вас не крутились глаза. Вторая картинка более уже подробно показывает. Это у нас вот такая вот картинка. Ну, как видите, здесь, ну, она у меня немножко растянута. Уже видно. Ну, я даже так вот сделаю, так будет удобней. Что мы на ней видим? Что у нас будет все-таки. Че, ну все по-нубски, ладно, все равно. Какая разница, главное, что вы инфу узнали. У нас будет, скорее всего, это замок наш улучшен. Ну, не знаю, там какой левел. Ну, в общем, башни, как видите, такие и такие. И я не знаю, там, возможно, какая-то еще будет дополнительная локация. В общем, посмотрим. Ждем с нетерпением. Думаю, выйдут новые таланты. И опять будет бомбить, потому что вышли новые таланты по смотрителям. И пришлось на архидемона все менять. Опять же, перекачивать. Девятки на русском проблема. Я на русском, как я вам показывал, забил. На топе там так чисто иногда вам видосики снимаю. В общем, вот так вот, ребят. По-любому выйдет какой-то новый донат-герой. Может, это вот этот вот дракон новый. Не знаю, добавят его. Должен уже быть где-то вот приближаться донатный герой. Давно они уже не добавляли после огника никого. Хотя, в принципе, и зачем донатный, и без донатный герой есть хорошие. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу обновы, что вы думаете, что же все-таки будут, какие прокачки. Возможно, кто-то знает какую-то инфу, тоже пишите в комментах. Всем будет интересно почитать. Как обычно, ставьте лайки и ждем уже обновы. Я вам уже буду пилить с китайки первым, как всегда, обзоры. Всем удачи, всем пока.